Всем привет! Как починить перегоревшую светодиодную лампочку, если нет паяльника? Очень просто. Для начала нужно разобрать лампочку и снять колбу. Она фиксируется на герметике. Открутить ее руками у вас не получится. Поэтому с помощью ножа нужно подрезать данный слой герметика. А уже затем с небольшим усилием снять колбу. Как определить перегоревший светодиод? Очень просто. Он будет с черной точкой. Берем ножик и снимаем желтый слой. Только не повредите другие светодиоды. Перед тем, как восстанавливать лампочку, давайте убедимся в том, что проблема именно в светодиоде, а не в драйвере, например. Для этого берем обычный карандаш и касаемся сломанного светодиода. Цепь замыкается, лампочка загорается. Отлично, значит, будем устранять данную проблему. Для этого нам нужно смешать графитовый порошок с суперклеем. Получившуюся смесь наносим на перегоревший светодиод. Таким образом мы замкнем цепь. Вот и все, друзья. Теперь ваша лампочка прослужит еще несколько месяцев. А почему не больше, спросите вы? Потому что там имеется специальный драйвер, который запитывает лампу. А этот драйвер знает, что этот светодиод должен быть в цепи, и он никак не построится под вашу новую цепь с измененным сопротивлением. Поэтому в дальнейшем также будут перегорать и другие светодиоды. Ну, на 2-3, там, 6 месяцев вам этой лампочки хватит.